what you want. I'm from the Viking country, and we have to have the Russian peace together, because we have to find the person that can get us together. And this is the professor. So we find our place and do our peace, and Alexander feed us together. Первый день? Покажите. Вот было что. А потом мир, дружба, жвачка. Окей. О, я дом. За основу мы взяли тему корни. Корни нашего родства. Откуда вот мы все. Я делаю украинца в национальном костюме, там, с хохолком, с этими, со всеми делами. Я делаю персонажа русскую девушку, вот, с красивой косой, которая будет также отображать именно Россию, красоту, улыбку. Вот. В основании образа русской девушки я взял свою красивую жену. We find a way, you know, we just feed it together from my country and today's country. We're so different. We're so different. I don't use machine, so we have to find a way we can be connected on and make. Я хочу еще сказать, что я в большом восторге от того, что мы с разных стран приехали. Вот. Несмотря на то, что существует языковой барьер, но то творчество, которое вложено в наши души, оно нас очень сильно объединяет и помогает понимать друг друга, когда мы реализуем свои какие-то творческие идеи. Я просто первый раз работаю именно в команде с разными людьми, с разным возрастом, с разным опытом мастерства. Но вижу, как наши творческие идеи все-таки объединяются в одно целое. Меня это очень сильно вдохновляет на дальнейшую работу и действия до конца этого фестиваля. We have our fighting, but it's okay in the last thing. Boys. We are boys. No messing. We are boys. We think different, but we are still friends. Мне с ними было очень весело. We're still friends. Энергетику друг друга. Мы все разные, но работа нас объединила.